Здесь, да нет, Артём, здесь. Есть 5 минут буквально? По поводу? Просто хотела показать вам. А, давайте, давайте. Как мы приходили в себя. Это вот, 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 вот. 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 А вот, я не помню, не знаю, в прошлом году передали вам или нет. Мы вам записывали поздравления из больницы прямо. Не передавали, честно. Это трудно смотреть, я не всегда забиваю их. Ну сегодня посмотришь. Как да, сегодня, сегодня я постараюсь забить. Нашим-то тут там легче забить просто этим. Вот спасибо вам огромное, ребенок. Спасибо большое. Благодаря вот спасибо тебе большое, футболу. Спасибо. Сборный, он просто ну, набирал силы. Тут мы на лучевой терапии находились, мы это видео записывали. Просто вот, ну, мы жили. Спасибо. Вы, Игорь Акинфеев, это для нас было все, мир. Наш мурашки похоже побежали. Спасибо. Вам спасибо. 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 Спасибо огромное. Спасибо. И вот это спасибо. Вот дети смотрели футбол. Да, спасибо. Наш. Здоровье вам самое. И, кстати, в реанимации уже вот этого научились делать. Себе, пришли в себя и научились. Спасибо, спасибо. Так, сегодня смотрите, вам буду стараться забивать голы.